Шапочка, значок и нагрудный номер. В Ханты-Мансийске начали выдачу стартовых пакетов югорского лыжного марафона. Напомню, массовый забег, в котором примет участие больше 2000 лыжников, пройдет в субботу 6 апреля в пойме реки Горной. Нагрудные номера до пятницы выдают в гостинице «Олимпийская» с 10 часов утра до 7 вечера. В день забега стартовый пакет можно будет забрать в гостинице «Югорская долина». Важно иметь при себе паспорт, а участникам, которые побегут 25 и 50 километров, нужно принести медицинский допуск. Добавлю, общий призовой фонд югорского лыжного марафона в этом году составляет почти 2 миллиона рублей. Победитель забега получит денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Нравится мне. Сама организация марафона, само проведение, само, ну, как массовость. Трасса, марафон, это же, в общем-то, он идет как категория, хоть и входит он в Евролопед, да, у нас, но он же еще любительский. То есть любой желающий, любитель может его пробежать. Поэтому вот это вот очень многое значит. Тем более закрытие сезона. До сколько вы бегаете свои 25? Часа полтора где-то, наверное.